Нет, я сейчас прямо со съезда промышленников. Карас говорил об этом, что я не буду в 2000 году баллотироваться. Не буду. Нет, нет. Довели дело до того, что рассматривает Конституционный суд. Можно еще раз? Или нельзя? Так я говорю, не буду. Зачем вы меня терзаете? Нет. Опять. Игорь, я одну вещь хочу сказать. Слух, как бы буду когда-нибудь выставлять свою кандидатуру на пост президента. Это чепуха, никакого это отношения не имеет к действительности. Кто-то спекулирует на этом деле. Еще раз хочу сказать. Я бы не мог бы быть сейчас во главе правительства, если бы я бы думал о президентстве.